Сегодня свой 80-летний юбилей отмечает народный артист СССР, художественный руководитель Чувашского драматического академического театра Валерий Яковлев. Валерия Яковлева немало наград. Он лауреат Государственной премии России и дважды лауреат Государственной премии Чувашской республики. За всем этим стоит титанический труд человека, искренне влюбленного в свою профессию. Он всегда знал, что будет работать в театре. Валерий Яковлев окончил актерский и режиссерский факультеты ГИТИСа и в 1967 году пришел в Чувашский драматический театр режиссером-постановщиком. С 90-го его художественный руководитель. Постановки мастера завораживают зрителей своей откровенностью, многообразием стилей и жанров. Он учитывал драматургию разных авторов и старался сохранить ее на сцене. Спектакли «Ежевика вдоль плетня», «Прощание с матерой», «Плач девушки на заре», победители престижных международных и всероссийских театральных фестивалей. Валерий Яковлев создал на сцене и множество актерских образов. За ним не одно поколение актеров, прошедших погружение в профессию у самого Яковлева. Сегодня на его родине в Шамуршинском районе проходят торжества по поводу юбилея.